Археологи нашли телефон, которому 800 лет. История доказывает, что древние народы были невероятно умными. Одни из самых известных философов, математиков, деятелей искусства жили в Древней Греции. Мы до сих пор пользуемся их знаниями в большинстве областей. Бывают случаи, когда современный человек не может объяснить то, что было абсолютно нормальным и обычным для человека из Древнего Египта. Пару лет назад во время раскопок в Зальцбурге, который находится в Австрии, археологи нашли любопытную вещь – глиняный слепок, который внешне выглядел точь-в-точь как мобильный кнопочный телефон. Такими телефонами мы сами недавно пользовались, поэтому дизайн старенькой Nokia точно не спутаем ни с чем другим. Однако на этом удивление ученых не закончилось. Вместо цифр и букв на клавишах отчетливо была видна клинопись шумерского стиля письма. Археологи и ранее находили небольшие таблички с древней клинописью. Однако нечто подобное на сотовый телефон – это первая подобная находка. Удалось установить, что этому слепку приблизительно 800 лет. Это доказывает, что либо древние народы имели доступ к похожим технологиям, какими пользуемся мы, либо кто-то путешествовал во времени и подарил древним народам мобильный телефон. Верить в это или нет – личное дело каждого. Одни уверяют нас, что это подделка, которая должна была спровоцировать людей и отвлечь от чего-то более важного. Другие же не видят оснований не верить в то, что древние народы могли на самом деле превзойти нас в технологическом плане еще много столетий назад. Также существует теория, что такой необычный слепок – дело рук пришельцев. Многие считают, что инопланетные существа не раз выходили на связь с древними цивилизациями. Если вам было интересно, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.